Итак, друзья, произвели мы последнюю инкассацию в этом месяце. Смотрим на таблицу, по которой, я думаю, вы уже умеете считать. Но для тех, кто смотрит мое видео впервые, объясню, например, верхнего столбца поп-сокета. Одна упаковка стоит 1370 рублей, в одной упаковке у нас 100 штук. Получается, по закупу у нас одна игрушка выходит 13 рублей 70 копеек. Продаем ее по 40 рублей, чистая прибыль составляет с одной игрушки 26 рублей 30 копеек. За месяц у нас продалось 16 игрушек. Чистую прибыль, соответственно, мы имеем 420 рублей 80 копеек. Думаю, понятно объяснил, поэтому можете вот остальные столбики также посчитать. Считаем чистую прибыль. У нас выходит 6780 рублей. Мы заработали с данной стойки за месяц чистыми. Всего я проинкассировал 10080 рублей. 37 рублей, как вы могли увидеть в прошлом видеоролике, это убытки. Это та сумма, когда вот дети там, к примеру, заходят, рубли кидают в монетоприемники, кому-то что-то выдает, кому-то не выдает, либо наоборот, деньги там в бумагу сворачивают и пытаются что-то там пропихнуть. В общем, это все относится к убыткам. Так, смотрим, получается, какие убытки в этом месяце мы получили. На примере жвачек. Жвачек у нас купили в этом месяце 7 штук на сумму. Это закупочные ценники указаны. Потом посмотрим, сколько это по закупу. Ой, по продажам сумма будет, получается. 18 рублей мы потеряли с жвачек, 7 штук. Если по продажным суммам считать, то, ну, каждую вот эту вот единицу умножайте на 10, то есть 10 рублей. Получается 70 рублей мы потеряли именно с продажных продаж. Ну, дальше мармелад тоже 7 штук купили у нас, 21 рубль потеряли. Ну и дальше вы видите. Общие потери у нас составили 120 рублей. Если считать, это по закупу, если считать именно по продажным суммам, то 350 рублей мы потеряли в этом месяце. Сейчас также посмотрим, сколько мы получили убытка за этот месяц на третьей точке. Сейчас посмотрим, вот они у нас данные с третьей точки. Получается, по закупочным ценам мы потеряли 275 рублей, а если по продажам считать, то 660 рублей. Также в следующем видео покажу вам прибыль, которую я проинкассировал со всех автоматов за месяц, за март 2022 года. Всем спасибо за просмотр, всем пока.